Привет всем, дорогие друзья! Вы смотрите видео на канале Double Geek, и с вами, как всегда, Серега. И мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. Что ж, если честно, то я совсем не помню, на чем мы остановились в прошлый раз. Но я думаю, быстренько вспомню, потому что вы мне напомните. Так, ну вот, по-моему, надо к этому типу подойти. Рыбный шашлык. Давайте купим рыбный шашлык. Спасибо, наслаждайтесь покупкой. А зачем мне шашлык, если у меня, в принципе, и так все хорошо? Ладно, давайте подойдем теперь к девочке. Предложить помощь. Ух ты, давайте поможем. Отлично. Это наше первое задание, если честно. Да, если честно, это первое задание. Если вы помните, то в тот раз мы вступили в банду. Я, если честно, офигел, потому что, блин, мы работаем под прикрытием, ёлки-палки. Это круто. Если честно, это первая игра, в которой я работаю под прикрытием. Гляньте, сколько можно тут пожрать купить. Вон, девочки танцуют, у которых можно купить напиток. Блин, классная игрушка. Так, не мешай. У меня задание, важное задание. Принести какую-то фигню. Не понял. Опа. Ой-ой-ой. Опа. Так, вроде что-то помню еще, как драться. Вы сейчас, наверное, спросите, почему я так долго не выкладывал видео. Блин, я заболел. Серьезно, я заболел, и целую неделю я лечился для того, чтобы теперь можно было нормально снимать видео. Так, на, получай. На. На. Козел. Не-не-не-не-не. Воу-воу-воу. Ух ты, ё-моё. Так, давайте. Что, кто, кто? Оп. Ах ты, бля, пробил. Да ёлки-палки, ля. Ух ты. Это было круто. И что-то я ничего не понимаю. Что-то я вообще не могу теперь словить ни одного удара. Мне это не нравится. Гляньте, меня ложат вообще. Воу. Вот это да. Вот это жесть. Что-то я, походу, не тожал. Ладно, давайте заново. С разгону. В прыжке. Ух ты. На, получай. На. Получай. Ах ты. Ва! Получай. Оп! На! Вау! А вот это опять пропустил жестко. Да и что ж ты пропускаешь? Давай, лови его. На! На! Вот ты козел! Я понял, почему он теперь пропускает удары. Нужно стоять. На! На! Сломал ногу. Черт возьми. Тут, ну, можно делать какие-то разные комбинации, но, блин, черт возьми. Я не все их знаю. Ух ты, это было красиво. Так, вырубил последнего. Давайте мы теперь его возьмем. И теперь что-то можно еще делать. О, да, это красиво. Давайте теперь этого возьмем. Ах ты, козел. Черт возьми. Да елки-палки. На. И добью тебя теперь. На. Вырубил. Давайте теперь этого возьмем. И можно повести его будет. Зажмите. Давай. И теперь еще раз. Оп. О, это было красиво. Вау! Все.
Мы сделали этих козлов. Так, мы расправились. Кстати, смотрите, наши жизни немножко увеличиваются. Раньше, по-моему, такого не было. Ладно. Так, нам нужно отнести какую-то фигню вот этому торговцу. О, какая девушка. Я отдал ей за обед. Блин, вот это я... Вот это... Фак. Блин, вы только посмотрите на это чудовище. Он весь побитый. Девушка там что-то вчехля... Что ты вчехляешь? Ладно. Не будем вникать, продолжим игру. Итак, блин, они меня сбили с толку. Я вам что-то хотел сказать. Ага, мы познакомились в той части с главарем банды. И сделали первое его задание, а именно зачистили немножко рынок от того мудака, который изнасиловал нашу сестру, а потом наша сестра странно куда-то исчезла. Поэтому будем разбираться. Couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I'd take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Блин, как он меня уже достал? Dog eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of dog eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Точнее, нет, меня достал не этот тип. Этот адекватный, да, молодец. Меня другой достал тип, его шестерка. Блин, класс. Бабуля такая четкая. Так, 96 метров. Мне надо куда-то бежать. Бежать. Мне, походу, бежать на улицу. Узнайте, где находится Мим. Вверх. Воу! Блин, да это ёлки-палки гиташка чёртова. Полицейские отчеты. Давайте глянем. Закрыто. И что нам... О, нет, там что-то было открыто. Отчет. А, это наш работодатель, как я понял. А еще есть что-то? Чёрт, больше нет ничего. И нафига нам телефон? Enter принять. Так, все, нам телефон не надо. Ладно. Идемте дальше. А, это, наверное, теперь у нас появился. А, мне предложили только что одежду, которая мне в принципе нафиг не нужна. Я вроде и так нормально одетый. Так. Блин, какой-то он слабенький, даже толпу растолкать не может. Давай. Резче. Так, мне нужно с ним поговорить, а зачем? О, так мне даже идти далеко не надо. Сейчас мы разберемся с Мином. О, кстати, нам надо с ним разобраться. Так, я так понял, это вот этот вот чувачок лысый, который пытается склеить бобину. Черт возьми, блин, как я не люблю вот эти фишки. Ах ты, черт возьми. Да я тебя сейчас догоню. Куда ты полез? Ты. Давай. Паркур, мать его. Догоняем. Я тебя догоню, падла. О боже. Фа, как ты сволочь. Ну теперь тебе жопа. Давай. Блин, тут такое же консольное управление. Как мне не нравятся такие игры. Ах ты, козел. Оу, щит, именно щит. Где этот козлина? Как он так убежал быстро? Вот засранец. Брысь, все вон. Он в тупике? О боже. Ранение невинного. Черт возьми. Тварь. Давай, ты же... Гребаный... Засланный казачок, у тебя должна быть офигенная подготовка. А ты, блин, еле ползешь. Давай, выбивай дверь. Опять драться. И почему постоянно их больше, чем всех остальных? Ах ты, козел.
Ну шо, давай, кто? Ох ты, падла. На! На! На, на! Давайте, кто следующий? Оп! На! Получил? Давай! И на! На! Давай! На! Сейчас и тебя схватим. На, перебросили. Ах ты, ё-моё, вот это я не заметил. Чёрт, лови его. Давай, добивай. Ой-ой-ой, вот это я не попал. Оу. Оп. Оп, не ожидал. Давай его, хватай. На. Ну теперь этого мы быстро добьем. И теперь мы давай, 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 давай. В мусорный бак его. Жесть. Давай, давай, полез, полез, полез. Я тебя сейчас так оставлю в покое. Черт возьми, у него нож. Вот это уже интересно. На. Уа. Воу. Это против правил, ёлки-палки. Черт возьми, чё я его не ударил? На. Куда тебя? Куда тебя? Давай вот сюда. На. На. Оу. Это было больно. Уа. Да ёлки-палки, отбивайся, ты козёл. Оп, оп. На, давай его, схватил. Вот сюда, на. Вот так, правильно, молодец. Давай его за это, здоровье. Ах ты, ёлки-палки. На. Ярость. Давай, куда тебя? Вот сюда сейчас тебя проведем. Ах ты, козёл. Блин. Давай. Оп. И оба. О, ё-моё. Ни хрена себе. Жесть. Иди сюда. Тут куча всяких... Ху-ху-ху. Куча вещей. На, пробьем сейчас. Козёл, падла. Ща, 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 ща. Вот еще есть. На. Где теперь этот козел? Иди сюда, падла. На, козел. Ух ты, ё. Блин. Не научился еще блокировать. На, добивай его. Черт. На. На. Ах ты, ё-мо. Воу-воу-воу. Все, он готов. Тут менты уже пришли, ёлки-палки. Черт. И сказать-то нельзя, что свой. Потому что потом спалят. Ёлки-палки. Вот хрень. Wei Sheng, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. And now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent,
I'm in the middle of an interrogation. Inspector. Да, вопрос. Misunderstanding, sir. As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. Блин, жесть. Двойное вербование. Оба подает. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei, we can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Блин, отлично. Им еще и не нравятся методы работы. Как можно работать с бандюками? Я не понимаю. Все путем. Так, уровень полиции, очки. О, у нас скоро общий счет задания, лучший результат. В общем, ничего пока я в этом не понимаю, но похоже, у нас дела идут хорошо. Так что давайте продолжим игру. Как я понимаю, мы идем за следующим заданием. Хотя не. Эта игра нифига не похожа на GTA. Это что-то среднее между мафией и GTA. Так, что-то у нас дом какой-то ложовый. Есть кровать, гардероб. Ага, монитор видеонаблюдения, знаете, мне интересно. Взломанным камерам. А где монитор видеонаблюдения? Имейте там, чтобы посмотреть карту. Вау. Вау. А зачем? А как отменить? Ладно. Вот так сделаем. Блин, как просто карту передвигать? А, я понял. Отлично. Так, боже. А тут такой, знаете, не кислый городок. Большой. Однако. Жаль, что походу он только один. Но, знаете, ничего так. Пойдет. Так, несколько раз, чтобы повторить основные задачи. А зачем несколько раз? Не знаю. Нажал, ничего не получилось. Ну и ладно. Где камера видеонаблюдения? Не робот. Шмотки, шмотки, кухня. А это чё? Туалет. Кстати, реально, смотрите. Да ей-богу, это мафия, черт возьми. Двери закрываются. Короче, понял. Надо играть жестко. Пойдемте на улицу. Нет, давайте, кстати, закроем дверь, а то что это мы. Эй. Или закрыть можно только изнутри. Или вообще никак закрыть нельзя. Ну ладно. Это не мафия. А, дверь сам закрывается. У нас есть наш невидимый гномик, который за нами все делает. Чуваки, чуваки, блин, чуваки. Все вокруг. Доступ к транспорту? У меня даже тачка есть. Вау, мотоцикл. Черт, а еще что-то есть? Изменить окраску можно? Левый shift. Изменить цвет. Эй. А что поменялось? Оу, давайте зеленый. Принять цвет. Оу. Мне нравится. Газ, тормоз. А за повороты нам не говорить ничего не надо, да? Так, ладно, стойте. Доступное. Доступно новое дело. Новое дело, новое дело, новое. Вот это, как я понял, оно, да? Новое дело. Синеньким выделено. Это задний вид. Оплата больничных счетов. Не, о, доступно новое дело. Все норм.
Поехали на новое дело. А, стойте. Нам в другую сторону. А что, здесь нельзя назад смотреть? А знаете, вот это плохо. Очень... А не, можно назад смотреть. Я втыкаю. У-ху! Мы сбили типа. Боже, блин. Стрёмное управление. А, стойте, мы же... Черт возьми. Мы непонятно где, и тут движение непутевое. Кстати, что... Воу-воу-воу! А что значит вот этот вот человечек? Ладно, давайте не будем отвлекаться. А тут можно на козюлю установиться или что-нибудь похожее? Да, здесь можно становиться на козюлю. Ну что, давайте сейчас станем на козюлю. У-ху-ху! У-ху! Жесть, блин. Что за хрень? А, здесь двухполосное движение. Вау, смотрите, какие указатели классные. Блин, ну непривычно, ёлки-палки. Опа, милиция. Так, ну милиция нам не надо. У-ху! Вау! Короче, я понял. Здесь не работает ручник. Вообще не работает. Так, надо привыкнуть к этому управлению. Еще надо привыкнуть к тому, что здесь, блин, правостороннее движение, а не левостороннее. И как-то, блин, быстро все поворачивается. Опа. Так, все, мы приехали. Как там выйти с него? Ага, Е. И кудой нам? Нам, наверное, по ступенькам. Давайте пойдем по ступенькам. Най-най-най-най-най. И выполним еще одно задание. What are you doing here? I'm sure you and Pendrew have a lot of top secret backdoor business to attend to. Pendrew? I'm sorry about how I acted in there. You know, just playing the part. I'm already out there on the streets. I hear things like this ketamine racket. I'll see what I can dig up. How's that for an olive branch? You serious? Just like that? Look, I'll help where I can. What? I'm just a little shocked. I'm just used to Pendrew's people being more like him. I just think we'd be better off helping each other. Come on, what do you say? I could really use the help if you're willing to give in. Well, all right. Напишите Мину СМС. Давайте попробуем написать ему СМС. Ну, давайте отправим. И что-то происходит? Встретимся на рынке у лавки с лапшой. Окей, встретимся на рынке у лавки с лапшой. Так, это выйти надо. Все, поехали. Так. Надеюсь, это улица. Да, это улица. Давайте мы быстренько перепрыгнем. Так, стойте, где я оставил наш мопед? Сели на наш мопед. Давай, задом уже сдавай. Я понял, что мопед такой четкий. Так, и смотрите, какая штука классная. Тело? Стойте, встретимся с Мином. А, ну все правильно. Встретимся с Мином. Бум. Боже, черт возьми. Какое здесь хреновое управление. Поехали! Блин, жалко, что здесь нет спидометра. Было бы вообще круто. Давайте потихоньку притормаживать. И выворачивать на бордюрину. Так. Так, так, так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Припарковались. Мин, где ты? Детка. Тара-та-там, тара-та-там. Ай, стойте. Нет, здесь есть двери. Так, мы открыли двери. А вот и Мин лысенький наш, дорогой. О, конечно. Так,
Так, нужно отправиться к какой-то поп-звезде, которую, блин, я вообще не знаю. К месту тусовки поп-звезды. А, так это недалеко совсем. Дверца такая. А, тут ехать хрен знает куда. Да, 215 метров. Окей, тогда нам нужно взять наш мопед. Интересно, а здесь можно угонять? А ну, давайте попробуем угнать. Уйди. Он тебе больше не понадобится. Хотя он и мне не понадобится особо. Бум. Можно разбивать. Урон. Поехали, нам надо быстро, поэтому мы выйдем на встречную полосу. Чего-чего? Нет, отлично, все. Так, место тусовки. О, так мы сейчас будем в баскетбол играть. Вот он, поговорите с поп-звездой. Привет, чувак. I work for Winston. Dirty Ming's operating in our territory. I want to make sure he's supplied. Sure, I'll fix him up. But... But what? I gotta get paid. In advance. I'll make it easy for you. A couple of deadbeat junkies owe me money. Guys used to deal for me before they became their own best customer. Collect what they owe me. Отлично. Сейчас будем разгребать дерьмо и бить торчков. Хотя, вон, гляньте, сколько тут торчков. Может, их тоже побить? Да ладно, не буду бить, это еще задание провалю. Потом как-нибудь. Так, где там торчки наши? Торчки. Эй, торчок, привет. Козел, а ну давай. Опа. Минус один торчок. Так, стойте, нет. Это нормальная баба. А, фу, это мужик, ёлки-палки. Так, ну ладно, стоп, мы разобрались с одним торчком. А где еще один? Или нет, или мы с ним не разобрались? Да нет, вроде разобрались. А что ты хочешь? Ну, может, она что-нибудь сделает? Ладно, ладно, мы разобрались. Только нифига не разобрались, гляньте, он все равно там остался. Что мне делать, елки-палки? Или мне его не надо было так грубо? Тут никого больше нет. Или нужно избавиться от свидетелей? Или это тоже торчок? А, это тоже был торчок, блин. Ну это тормоз. Ладно, идемте. Идемте к нашей поп-звезде. Непутевый. Непутевый. Есть лестница, нафига прыгать. Ты что-то против имеешь, ты, лысый? Кетамин? Купить наркотик? Давай. Tell Ming to stick with girls over 14 this time. It's the cops. Stay cool. Hey, you two, come over here. Let's go. Что-то я чувствую, что мне нужно будет сейчас на лут скать. Опа! Не-не-не, чувак. Эй, оп! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Не, чувак, чуваки. А, нам нужно текать. Черт. Ой-ёк. Вот это жесть вообще. Нифига себе. Опа. Опа. Да уйди, ля. Вот это вообще красавец. Здесь менты работают не то, что в этой. А ну, текай, чувак. Это тебе больше не понадобится. Так, текаем, текаем, текаем.
Текаем, воу. Чуть не убили. Так, блин, менты за нами едут. Воу. Мы убили еще несколько людей. А, не, мы убили всего лишь одного человека. Нормально. Жить будем. Так, текаем. О. Позвоните Тен. Окей. Сейчас наберем Тен. Контакты. Тен. Звонить. Guy named Fang Shen. Find out where he hangs out, and I'll see if I can get something on him. I'll get back to you. Доставить наркотики. Получатель мин. Что ж, дорогие друзья, пакетик с наркотиками мин мы доставим уже в следующей серии. Если вам понравилось видео, а я думаю, оно вам понравилось, то тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал и проходите Sleeping Dogs вместе с нами. Также, если вам интересны различные новинки в сфере гаджетов, новых операционных систем, либо же релизных игр, то подписывайтесь на наши паблики, ссылки на которые вы найдете в описании к видео. Ведь совсем скоро, а именно в ноябре, выйдет куча интересных игр, таких как Far Cry 4, Assassin's Creed Unity, так что не пропустите этот момент, подписывайтесь на канал и проходите эти игры вместе с нами. Пока-пока!